Рядом со мной находится Бандорин Константин. Он выступал сегодня в качестве спикера на выставке CPM. Константин, какие вы сегодня вопросы затрагивали и что было на повестке дня? Спасибо. Ну, я в целом сегодня рассказал об анализе рынка легкой промышленности, как выглядит легкая промышленность в целом за предыдущие 10 лет и какие направления развития у рынка в принципе существуют. Наиболее интересное направление, я рассказывал о том, что это трансформация цифрового сознания, наверное, у менеджмента всей отрасли, что нужно заниматься тем, что заниматься образованием людей при переходе в новый уже алгоритм понимания. Второе, то, что я говорил, это я говорил о том, что у нас идет череда умной маркировки, и скоро все материалы, одежда и ткань будет, в принципе, составлять очень большую базу данных, которые можно будет узнавать о жизненном цикле продукции. И третье, я немного рассказал о новинках, то, что ждет наших потребителей уже совсем скоро. Это умные рубашки, которые будут мерить пульс, давление, температуру. Это джекет-тикеты, это когда вы будете приходить на спортивные соревнования, и у вас через сканер будет уже виден ваш там номер входной, вы будете проходить на данное мероприятие. Вот об этом, собственно говоря, я сегодня рассказываю. Константин, спасибо огромное, что уделили нам время.